Я благодарна Омскому политеху за то, что получила качественное образование, а также имела возможность на протяжении 4 лет всесторонне развиваться, обрела новые полезные знакомства. На протяжении многих лет Омский политех остается лучшим вузом в городе. Именно поэтому 4 года назад мой выбор пал именно на него. Большое спасибо политеху, я хочу сказать именно за то, что дал возможность развиваться не только по пути профессионального обучения, но и во внеучебной сфере. Таким образом, я стал не только классным специалистом, но и с прокачанными навыками общения, организации и многого другого. Моим главным критерием при поступлении в университет был современный подход к программе обучения. И если бы я на машине времени вернулся на 4 года назад, как Марти Макфлай, я бы снова выбрал политех. Я 5 лет осознанно выбирала наш университет за возможность становиться лучше. И сейчас, будучи сотрудником МГТУ и оглядываясь назад, я могу смело сказать спасибо вузу за высокий профессионализм, семейность и незабываемое студенчество. Спасибо вузу хочу сказать в первую очередь за возможность развиваться в различных областях, а также за помощь в реализации крупных проектов. Благодаря вузу я смогла найти друзей, а также работу. Политех был выбран мной из-за бюджетных мест на моем направлении, а также для меня была важна активная студенческая жизнь.